Дорогие друзья, этот фильм я назвал «Качаем кровь диафрагмой». Дело в том, что большинство населения нашей планеты Земля так и не знают, за счет чего кровь движется по артериям и венам. Наша официальная медицина, как всегда, считает, что именно сердце качает кровь. Но это отнюдь не так. То, что сердце стучит в ритме один удар в секунду, это правильно. И на всех кардиограммах эти удары видны. Но это отнюдь не означает, что именно сердце качает кровь. Еще 100 лет назад выдающийся Кацудзо Ниши, ученый, самоучка из Японии, который учился у индийских йогов, доказал, по крайней мере мне, что сердце лишь создает необходимые вибрации, я бы сказал, создает несущую частоту 1 Гц для того, чтобы помогать диафрагме нести те волны с частотой примерно 1/8 Гц, более низкая частота, в 8 раз ниже, потому что длина капилляров и сосудов составляет более 100 км. То есть несущая частота сердца накладывает свои вибрации на более низкочастотную вибрацию такого органа, который называется диафрагма. Я практикую полное дыхание йогов, где диафрагма при выдохе поднимается за 8 секунд, плавно, медленно нажимает на легкие и из легких начинает движение преимущественно артериальная красная кровь. А при выдохе диафрагма опускается до горизонтального положения, давит на органы живота, и из них по полой вене вверх идет на очистку синяя объединенная венозная кровь. Вот так происходит перекачка крови. Основной насос – это диафрагма. И если вы это поймете, вы тогда поймете, почему я занимаюсь полным дыханием йогов, почему я доказываю, что все молитвы идут в этом ритме, вдох и выдох по 8 ударов сердца или по 8 секунд. А сейчас я включу метроном, который установлен на частоту моего сердца 1 Гц. И покажу вам, как правильно, энергично дышать. Буду показывать, какое место занимает диафрагма вот своими руками. Значит, на выдохе диафрагма у меня поднимается. Я буду громко петь мантру «Потом буду шипеть, чтобы вы слышали, что я вдыхаю сюда свежий кислород, набираю его полные легкие, и диафрагма, опускаясь, позволяет мне все 4 литра воздуха свежего, лесного,
а я живу в деревне на Брате. Итак, вместе с мантрой или с молитвой я вам показываю, как же перекачивается кровь. И как перекачивается кислород, азот, углекислый газ. Я думаю, что со временем вы разберетесь. Достаточно для того, чтобы показать, но недостаточно для того, чтобы жить вечно. Вот такое дыхание, полное дыхание йогов, ритмичное, гармоничное, я практикую целыми сутками, а сегодня дышал даже ночью. Вот этот поршень, диафрагма – это поршень того насоса, который качает вниз, качает венозную кровь, а вверх – артериальную. Вниз он давит на органы живота, печень, почки, кишки, селезенку, и оттуда по полой вене венозная кровь идет через сердце к легким, раздваивается, а потом при вдохе, при выдохе диафрагма поднимается, давит на легкие, которые находятся справа и слева от сердца. Из легких опять через сердце, по аорте, по артериям. Кровь идет ко всем органам. Итак, пока у вас движется диафрагма, вы живы. Даже если сердце остановилось, и у него клапана открыты, диафрагма будет качать кровь. А вот чтобы она качала кровь эффективно, нужно, чтобы сердце стучало, создавало небольшие вибрации с частотой 1 Гц, одно сердце. По-немецки Гц – это сердце. Итак, научитесь дышать вот таким дыханием, а в нем слышно дыхание океанской волны. Послушайте еще раз. Когда человек вдыхает, вы представьте себе, что огромная длины океанская волна набегает на берег, на плоский берег в течение 8 секунд. А затем она с шумом медленно скатывается в океан. Следующий вдох. Опять она набегает на берег. 8 ударов сердца. И 8 ударов сердца скатывается в океан. Океан, он вечен. Человек тоже может дышать. Причем, что интересно, чем громче он поет, тем выше у него амплитуда этой волны, тем выше электрический ток эритроцитов в сосудах человека. Эти знания я собирал в течение 15 лет. И теперь щедро делюсь с теми, кто хочет вечно жить, исправить свое зрение, быть здоровым, оптимистом. Потому что жизнь, она одна, но жить ее можно долго.
Так, я сейчас покажу вам, как представляю волну, правильно дышать. Включаю опять метроном. Набегает на берег, повыше поднимается, и потом 8 секунд скатывается вниз. Спасибо за просмотр. После такого дыхания человек чувствует себя Богом. У него все получается, со здоровьем хорошо, зрение исправляется, потому что кровь и к глазам идет, и к ушам, ко всем органам. Смотрите мои ролики, и вы разберетесь, как жить здорово и долго. С вами был Полыга Николай Исидорович. Всем хорошего здоровья и вечной жизни!